Всем привет! Обычно конкурсы видео вставляют в конце, но я сделаю наоборот, вставлю его в начале, но конкурсов будет два, и какое-то видео вставлю в конце. Поехали! Итак, у нас на конкурс выставляется вот такой вот фонарик. Собственно говоря, их будет два фонарика. А для того, чтобы принять участие, нужно подписаться на мой канал. То есть в начале следующего месяца случайным образом выберется один из подписчиков. И второй конкурс — это группа ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Там также будет разыгран такой же фонарик. К нему также будет прилагаться вот такой вот аккумулятор на китайский 3000 мАч. Собственно, два таких фонарика будут разыграны. Так что подписывайтесь на канал, переходите в группу ВКонтакте, там тоже есть все правила. Все, дальше смотрим видео. Какое-то. Две посылочки небольших. В одной непонятно что. Пишет, что это наушники, гарнитура. А второй пришли коннекторы. Начнем с того, что мы... Я знаю, поскольку, что у меня лежит. Или должно лежать. Мне приехал вот такой вот набор. Вот так вот он выглядит. Ну, собственно говоря. Откроем, посмотрим. Такие вот две части, которые вставляются друг в друга. И плотно закрываются. Здесь поближе. А здесь у нас с этой стороны также есть. Все разнимается. Здесь такой вот пакетик вот, у которого есть вот эти вот все оставшиеся части, которые нужно, скажем так, собрать, то есть обжать провода. И, в общем, получится герметичный коннектор. Вопрос, что здесь? Вопрос. Вот оно. Bluetooth наушники версии 4.1, как пишут. Не помню, где заказывал. Ссылку оставлю в описании. Вот как бы характеристики, которые тут заявляются. То есть время музыки 3-4 часа, время зарядки 30 минут, время ожидания 50 часов. Все интересно, больше никаких сильно познавательных. Вот какие есть сменные брошюры. Если я правильно выразился. Ну, собственно, чувствую, комплект сильно урезали. Есть какой-то вот такой вот огрызок микро-USB провода, который пойдет на самоделку. Есть прищепка, чтобы все это дело не потерять. Ой, все улетело. И такие вот наушники. Наушники закос под AirPods. Такие вот они, какие-то стрёмные. Не помню, по-моему, тут все очень дешево. Но судя по коробке и того, что здесь, возможно, есть аккумулятор. Тут такое чувство, что их юзали очень активно. Все сильно исшарпано. Порт для зарядки. Ну что, пробуем. Что-то даже говорит. Вон там вот моргают лампочки. Можно как-то подключить. И какая-то у нас... Извиняюсь. Немножко наехал на штатив. Есть бумажка, как их подключить. Такая стрёмная какая-то гарнитура.
ссылки оставлю в описании. Что ж такое-то сегодня не везет. Задеваю штатив. Ссылки оставлю в описании и, собственно говоря, расскажу, что это такое и зачем оно, точнее, как работает и что это брать, скорее всего, не стоит. На этом все. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что посмотрели.